Большой-большой всем привет! Меня зовут Таня, вы находитесь на канале «Атмосфера счастья». Очень рада всех вас видеть, приветствовать у себя в гостях. Сегодня у нас будет обзор покупок, которые я совершила в магазине Fix Price. Если вы любите подобные видео, не забывайте оценивать. И не забывайте, конечно, подписываться на мой канал, потому что у меня довольно часто выходят видео с обзором покупочек из магазина Fix Price. Стараюсь как минимум раз в 2-3 недели выкладывать. Так что да, не упустите момент. В сентябре появилось очень много новинок, и, конечно же, все скупать я не стала, только все самое такое интересное, то, что мне показалось интересным, либо нужное, необходимое. И первая моя покупка — это органайзер для косметики. Ну как я люблю акриловые органайзеры для косметики, это словами не передать, пером не описать. В общем, органайзер для косметики 99 рублей. Мне он кажется достаточно удобным, вместительным, видите, он такой большой и очень даже качественно он сделан. 99 рублей, низкая стоимость. И акриловые органайзеры я покупаю только в магазине Fix Price, даже на AliExpress я не заказываю их, потому что там они стоят даже дороже. Вот, так что да, этой покупкой я довольна, наконец-то они у нас появились. Мои постоянные зрители, которые следят и за влогами моими, знают, что я сейчас снимаю в детской комнате, и я вам показывала в покупках вот этот икеевский комод детский. Так вот, проблема в том, что никак не могла я на этот комод, на верхнюю полку подобрать органайзеры, подобрать коробочки, и стандартные икеевские, они по высоте не пролезали, в том числе и фикс-прайсовские. И у нас я вот в этот поход обнаружила вот такую новинку, набор складных коробок серии Home Time стоимостью 77 рублей. Набор состоит из трех коробочек 30 на 10 на 8 сантиметров. Я настолько рада, вот эти коробки по высоте идеально подходят на эту полочку. Так что, если вы тоже такой же комод покупали, имейте в виду, для того, чтобы организовать вот эти носочки все разложить, белье разложить, очень удобно, 100% куплю еще вот точно такой же набор. Для того, чтобы, да, все-все-все разместить аккуратненько, потому что на данный момент там все в хаотичном порядке разбросано, и по бокам есть здесь вот такие крылья, я особо не понимаю, для чего они, скорее всего, чтобы как-то вот так поднимать, может быть, эту коробку для удобства. Вот, на мой взгляд, классная новинка, по крайней мере, для меня вот она прям такая необходимая оказалась. Еще я увидела вот такую симпатичную, интересную новинку, это панно для фотографий, раскрою сейчас, покажу вам. Она очень аккуратная, мне понравился орнамент, рисунок такой четкий, красивый, и понравилось то, что фурнитура достаточно крепкая, посмотрите, вот эти зажимы, они очень крепкие, если прикрепить сюда фотографию, повесить, даже если что-то будет более тяжелое, 100% не отвалится, вот, будет держаться. Ну и сверху есть вот такой держатель, можно повесить на крючок, либо на гвоздик. И состав вот у данного изделия — картон, дерево и фурнитура. Размер 340 на 160 миллилитров, сделано в России. Миллилитров? Миллиметров, елки-палки! Удачное приобретение, ну, возможно, 99 рублей, может быть, кому-то покажется, что дороговато, но я вот довольна, на самом деле, можно не только для фотографии использовать, так что их было там 4 дизайна, была какая-то розовенькая, мне вот захотелось что-то такое нежное. Каждый мой поход теперь заканчивается покупками на клей, конечно. Это у нас подводный мир. Здесь набор идет за 50 рублей. Очень бюджетная стоимость в магазине Fix Price. Наклейки и вот подобные наборы, они самые дешевые по всему городу. Я уже проверяла, потому что подобные наборы в детских магазинах стоят раза в 3 дороже, даже в 4. Ну и по стандарту в набор входит вот такой большой лист для того, чтобы сюда приклеивать наклейки. И далее 4 белых листа с наклейками и один такой вот глянцевый, сейчас я вам покажу голографически. Вот, а дальше наклейки выглядят вот таким образом. Они очень яркие, красивые, смотрите сколько. Кто живет на дне океана? Классная покупка, я знаю, что своему ребенку точно угодила. Следующая новинка, которая у нас появилась в магазине Fix Price, вот такой пупс. Они были разных цветов, Соня сама выбрала именно оранжевую, назвала она ее Дашей. И вот для ребенка очень важно, видимо, самому выбрать себе игрушку, потому что она вот с этой Дашей не расстается. И в поликлинику, и спать, и гулять идти. Вот Даша, 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 возьмем с собой Дашу. Даша у нас идет в капюшончике,
капюшон вот так вот снимается, и у куклы, в принципе, и глаза не кривые, нос такой, довольно-таки симпатичное лицо, вот. Руки, конечно, как-то странным образом болтаются, но мне кажется, классная игрушка. Повторила я покупку вот таких пакетов с завязками серии Bon Home, 60 литров, 15 штук. Девочки, это моя, да, повторная покупка. Насколько же это удобно, пакеты именно с завязками. Я почему-то всегда покупала самые обычные черные пакеты для мусора. Но, боже, если вы тоже раньше покупали самые простые пакеты, попробуйте пакеты с завязками. Не обязательно, конечно, эти, любые пакеты. И ваша жизнь просто разделится на до и после. Это очень удобно, вот правда. Так что рекомендую в магазине Fix Price. Вот эти пакеты стоят, по-моему, 50 рублей. Сонечке своей старшей дочери взяла милейшую чашку. Это настоящая чашка принцессы. Посмотрите, она какая красивая. Объем 230 миллилитров, а рисунок, посмотрите, он такой четкий, яркий. И кружка сама небольшая, 230 миллилитров объем. И очень аккуратно сделана, состав каменная керамика. Уж не знаю, новинка это или не новинка, раньше я не обращала внимания и не видела вот такие красивые детские чашки. Были там чашки и для мальчиков, по-моему, с машинками, с животными, так что обратите внимание, я, по крайней мере, очень довольна этой покупкой. В магазине Fix Price я довольно часто покупаю чай тесс зеленый, и тут у меня рука потянулась по стандарту за этим чаем, а я увидела рядышком, там новинка стояла, чай Grand. Этот чай я раньше покупала в магазине Пятерочка, правда не ассорти вот такое, а моно какие-то, моновкусы, зеленый чай покупала, и я знаю, что это хороший, не дешевый, ароматный, вкусный чай. Поэтому взяла, они идут в индивидуальных конвертиках, 25 штук здесь. Еще не пробовала, правда, вот, но я могу порекомендовать, потому что раньше я его покупала уже. Следующие покупки можно отнести к разряду в ожидании осени, в ожидании холодов. Вообще в магазине Fix Price появилось очень много теплых вещей. Причем очень много шапок, повязок для головы, шапки взрослые, такие красивые. Детские шапки мне не очень понравились, честно скажу. А вот взрослые такие мягкие шапочки, вязаные именно с крупной вязкой, очень классные. Вот. Но у меня шапок много, поэтому я не стала покупать. Но зато, Сонечки, я нашла вот такую новинку. Посмотрите, какие симпатичные перчатки. Стоимостью 77 рублей. Мне понравилась расцветка очень приятная. И что мне понравилось, они внутри очень приятные. И теплые достаточно. Здесь ничего не торчит, никакой махны, так скажем. Все очень аккуратно и мягенько, вот если руку туда просовывать. Единственное, да, цвет, конечно, очень-очень марки. Было два варианта расцветки. Черная в полоску, белая в полоску. Но для девочки я взяла все-таки, решила взять белую. И еще взяла теплые носочки. Мне они понравились тем, что в составе 50% ангоры, 30% шерсти. Вот посмотрите, стоимость 77 рублей, Zuwei, это сделано в Китае, понятно. И какое-то животное, я не знаю, это кто, неужели это жираф? Наверное, это рожки жирафа. И это очень теплые носки, они прям теплые-теплые, но внутри сделано не очень аккуратно, все какая-то махна там торчит. Ну, слушайте, ноги не руки, они не такие чувствительные, они очень теплые, мягкие. И в детстве терпеть не могла шерстяные носки, потому что они были очень колючие. А вот эти носочки не колючие, мне кажется, ребенку будет комфортно и тепло. И еще Соня купила вот такие классные колготки, мне очень понравилась расцветка, 99 рублей стоимость товара. И вы знаете, у него очень хороший состав, 77% хлопка, 22% полиэстер, 1% эластан. Сейчас вам поближе покажу, вот так вот выглядит. Ростовку взяла 104 на 110. Вот посмотрите на колготочки, они, конечно, очень длинные, это явно не 104-110 ростовка. Кто-то явно что-то перепутал, но вот... Как мне понравилась расцветка, очень нежные цвета здесь и прям сдержанный, и сам материал очень приятный на ощупь. Так что, ну, колготки лишними для девочек никогда не бывают, тем более за 99 рублей. Тем более такие симпатичные, я подумала, что надо брать, надо брать. Решила я ребенка своего удивить. Удивила скорее себя, не ребенка. Взяла вот такой скользун, и вы представляете, он уже протекает.
В магазине он был нормальный, и я его однозначно, конечно, не могу советовать. Он, конечно, очень красивый, и это самая скользкая вещь, которая только может быть, потому что, когда она была вот новая, посмотрите, она вот так вот... Ау! Короче, там ей место. Она протекает, я уже вся вот в этой воде. Мы ничего особенного не делали, ну, может быть, пару раз Соня кинула, и она продырявилась. 77 рублей, в принципе, да, на ветер. Вот, так что советовать я бы не стала. И еще я никогда не ухожу из магазина Fix Price без детских салфеток. Я их взяла побольше, вот, принесла показать две новые только упаковки. Ой, нашла упаковку от этого скользуна, посмотрите. 77 рублей, как я сказала, на ветер, не советую. И еще я взяла вот такую молочную речку, коктейль молочный, неприторно сладкий коктейль, очень вкусный, стоимость низкая, 16 рублей всего лишь. Взяла еще вот такой нектар яблочно-банановый, 0,2 литра объем, 12,50 стоимость. И это были все мои покупки, которые я совершила в магазине Fix Price. Я надеюсь, что вам было интересно и полезно. Обязательно делитесь в комментариях вашим мнением о тех товарах, которые я вам показала, что вам понравилось, что не понравилось, что вы уже успели купить, опробовать, и ваши впечатления, ваше мнение, да. Надеюсь, вы также приятно провели время со мной, как и мне было приятно. Спасибо огромное за внимание. Всем пока-пока-пока.